Лулу остров в снегу. Гуляю пешком. Вчерашняя ночная езда по снежным дорогам. Да, оказалось достаточно для меня. Достаточно в смысле того, что он терпелся от водителей, которые не умеют ездить по разбитому снегу и по дорогам без разметки. Плелись километров 40 в час, не больше. Ну как вам? Снегопад. Пойдем дальше.